Министр по курортам и туризму Краснодарского края Евгений Куделя провел селекторное совещание с главами городов и районов и курирующими заместителями. Темой обсуждения стала работа муниципалитетов в летний период и связанные с ней трудности во взаимодействии с краевыми и федеральными структурами бизнеса. В работе над ошибками особое внимание министр уделил вопросу безопасности перевозок детей. Коллеги, значит, вам, пожалуйста, срок, 10-дневный срок собрать, и в протоколе это отразите, пожалуйста, собрать всех собственников учреждений детских во всех муниципалитетах, где есть, провести беседу о том, что, во-первых, каким образом надо нанимать транспорт, инструктаж проведите. Обсудили вопросы увеличения налоговых поступлений, санитарного состояния курортных территорий, организации рекламной кампании предстоящего сезона на Кубани. Участникам совещания напомнили, к июлю 2015 года все гостиницы и пансионаты с номерным фондом более 5 номеров должны пройти обязательную классификацию. Есть муниципалитеты, которых мы часто видим, с ними работаем, по ним фактически вопросов нет. А есть, которые приезжают раз в год. Вот по таким вопросам больше всего. По итогам совещания глава курорта Сергей Сергеев предложил сделать специальные памятки для собственников санаториев, пансионатов и баз отдыха, которые принимают на отдых детей или планируют это делать в перспективе. Все перемещения, перевозки по территории, вернее, во время отдыха, должны быть согласованы и с правил все. Выписываем, переписываем, с кем, как, за сколько уведомлять ГИБДД, чтобы получить сопровождение, либо еще какие должны проверочные мероприятия в отношении водителей, в отношении транспортных средств, где они техосмотр должны пройти. Что касается уборки пляжных территорий, значит, продолжаем. Мы на правильном пути. Итоги курортного сезона подведут через неделю на совещании под председательством первого заместителя губернатора края Джамбулата Хатуова.